Айналайн. Чудесное слово. Жаль, что русский его не поймет. Я готов объяснить ему снова, только бедно звучит перевод. Айналайн, твоими губами, пусть нелепо оно и звучит, но другими иными словами ты не сможешь его заменить. Ты, Сережа Есенина, помнишь? Шагане, ты моя шагане. Айналайн, захочешь, запомнишь. Повтори, Айналайн, при мне. Пусть оно будет нашим паролем, именами твоим и моим. Мы, казахи, с любовью и болью о любимых своих говорим. Айналайн тебя называю. Если хочешь понравиться мне, и ты называй меня Айналайн, как Есенин свою шагане.